Привет, ребят. Смотрите, я сейчас еду в Москву, отправился, значит, снова преподавать разные банные дела. И по дороге, ну я ж не какая-нибудь персона, заехал в обычную кафешечку. Там такие слегка поддатые ребята, значит, сидят, что-то там между собой разговаривают достаточно громко. Ну, скажем так, не агрессивно, но громко. И в какой-то момент кто-то из них, по всей вероятности, меня узнал и сказал об этом другому. И такой мужичонка, крепко стоящий на ногах, но явно, значит, весьма такой навеселе. Я уже взял себе покушать, сел за стол, и вот он ко мне подкатывает, значит, и начинает со мной, значит, непонятно о чем заводить разговор. Вот я понимаю, человека прет. Но причем он сам меня не знает, он про меня сам, по всей вероятности, не знает ничего. А вот второй, который с ним был, он, значит, сказал, что я там типа вот чего-то там ему известен. О чем мне можно говорить с этим человеком? Как себя вести в данной ситуации? То есть вообще говорить с ним, не говорить, может сразу в рог пить, может, не знаю, как-то отшивать или сидеть ему сопли, значит, утирать и разговаривать с ним о жизни. Вот что бы вы мне посоветовали в данной ситуации? То есть я выкрутился, ну как выкрутился, я достаточно жестко прошел, я считаю, в этой ситуации. То есть я просто сказал, я кушаю, поэтому ни на какие, значит, внешние раздражители не реагирую. У него мозг немножко так свернулся от этих фраз, и он обиженный откатился, но обиженный. И потом они достаточно громко обсуждали эту ситуацию, значит, за соседним столом, и разговаривали на тему, а надо ли меня бить за это. Я, честно говоря, уже так начал присматривать, а чем я сейчас буду обороняться, и, ну, потому что одних кулаков мне бы не хватило на четверых достаточно крепких и не очень старых мужиков. То есть, ну, такие молодые достаточно ребята, и один из них вот ко мне там подкатывал. Ну, в общем, они так решили, что бить меня не надо, и слава богу. И больше как бы этот инцидент был исчерпан в дальнейшем. Но а что делать в следующий раз? Ведь это не последний случай, когда, значит, вот такая ерунда будет происходить. Вот что бы вы мне посоветовали, ребят? Это реально для меня сейчас очень, не знаю, такая непонятная задача. То есть, то ли забронзоветь и не заезжать ни в какие кафе, ездить только в элитные места, где бывают, не знаю, там, элитные люди, которые имеют какую-то там, ну, и это ведь, не знаю, не спасет. То ли прятать лицо, одеть капюшон, значит, одеть маску, спрятать бороду, чтобы никто меня не узнал. То ли, ну, в общем, я не знаю, что с этим делать. То ли повесить на груди табличку, когда я ем, я глух и нем. Или всем улыбаться, быть для всех душенькой и паенькой. Я тоже не понимаю, оно мне надо. Вот что делать в данной ситуации? Напишите в комментариях. Мне это интересно.